Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмагля Резидент and Alina's Home Garden. И сегодня хочу сделать такое короткое видео моей теплицы. Но начну с таких двух растений, которые будут расти в этом году в моем саду. Папоротник, ну он такой всем известных, у многих он есть. И Elephant Ear, то есть слоновое ухо, вот такое растение, очень красивое, очень большое. Я сделаю как-то отдельное видео о нем и расскажу. Искала информацию в интернете, нашла только на американских сайтах, больше нигде о нем я ничего не нашла. Я там находила, но только в комнате они растут, там, ну, то совсем другие растения комнатные, а это уличное растение, очень красивое, очень большое, обещаю, сделаю видео о нем как-то. И посадила я салаты, базилик, тмян, окру, капусту кейли, три вида, брокколи, свеклу, редиску, чернобрывцы, бархатцы короткие, и вот такие красную редиску, белую редиску и розовая редиска, лучок вот такой белый, желтый и красный. 7 видов салатов, укроп, горох, один рядочек. И лук тоже вот так понад бордюром. На улице у нас вот такая погода. Сегодня 16 апреля 2018 год. И у нас сегодня шел ночью мокрый снег. Температура плюсовая. Сейчас идет дождь. Ну, плюс 8, это совсем немножко. И снег, ну, выпал, тает. И, конечно, я немножко расстроилась. Потому что как у детей каникулы. И у нас на этой неделе должна была быть очень хорошая температура. Тепло, очень тепло должно было быть, по крайней мере, на прошлой неделе так показывалось. И вот в очередной раз я убеждаюсь, что здесь у нас на северо-востоке Америки погода очень переменчивая. Как говорят, на один день может 3 раза поменяться погода, так оно и есть. Буквально за день все поменялось. И погода совсем стала другой. И эту неделю обещают, целую неделю дождь. Дети дома на каникулах и на улицу им не выйти и не погулять. Ну, может быть, что-то поменяется, я надеюсь. Но кто его знает. Будем надеяться на лучшее. На этом я буду заканчивать свое такое коротенькое видео. И хочу пожелать вам теплой весны, лета, урожайной осени. Благословений вам, дорогие мои друзья, и мира нашим домам.